Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Приветик. Спасибо. Обожаю тебя смотреть. Спасибо, так приятно. Блин, что заметно, что я грустная, да, несмотря на то, что я улыбаюсь. Конечно же, Адриана. Грустно, да, мне сегодня поплакала немножко сейчас. Покажи. Пряди, я сняла свои белые пряди. Доброй ночи. А мы никто не спит. Адриана. Микрофон прикрыла. А, блин, спросите. Альбин, что должен сделать Адеев, чтобы ты в нем разочаровалась, изменой считается? Я и так в нем разочаровалась. Я не хочу быть с ним. Уже две недели, как мы с ним расстались. Приветики. Привет! Доброй ночи, наша Джаночка. Живая же знаю, блин, стараюсь не забывать. Я джинсовую курточку брала в Турции, я брала уже пару лет назад. Вы прекрасно выражительны, спасибо большое. Рукой закрываешь динамик. Бывает. Что там, Лёха собрался покинуть проект? Адеев, да, хочет покинуть проект. Джинсовая куртка в Турцию была. Эльмира с розовыми волосами была Элина, не Эльмира. Привет, пупсики, муптики, мои котятки. Я всех всех обнимаю, целую. Честно могу сказать, я вот люблю людей, когда они ко мне хорошо относятся, я к ним хорошо отношусь. Даже кто ко мне плохо относится, я и то к ним хорошо отношусь, понимаете? Меня это и любит. Вот как быть в таких ситуациях, когда человек душу срет, а ты ему мстить даже не хочешь? Наверное, потому что ты мудрее. Потому что ты хороший человек. Потому что я хороший человек, сука. И от этого страдаю, понимаете? Мужика хочу такого искренне, чтобы ко мне вот всей душой относились. К сожалению, нету таких здесь. Чтобы и он мне нравился, и я ему нравилась. И у нас one love, потом детишки, семья, счастливая жизнь, брак. Вы думаете, я тут просто так сижу? Я надеюсь на то, что у меня это случится, понимаете? Надежда умирает последняя. Она у меня еще есть. Ну и правильно. Понятно? Так должна себя вести уверенная девушка. Уверенная в себе девушка. Такое чудо, как он тебе не подходит. Я согласна. Альбина, Адеев не вариант, да? А мне он писал, что вы будете вместе. Так хорошо все начиналось, мне кажется, у него какие-то психологические травмы. Я тоже так думала. Я, как говорила уже, у него как будто две личности в нем. Яна Захарова хочет круто сделаться, да. Нет, мы с ним держимся на расстоянии. Да. Дистанция святая. Это красота, это краткое изложение красивой истории. Спасибо большое. Приветики, всем приветики, кто присоединился только что. Нормально, он ни с кем не может встречаться. Да, я тоже так считаю. Альбина, ты чем-то похожа на Агату Прилучную, которая... Кто такая... Что за маска тебе идут, такие глазки? Могу без маски сейчас, попробую без маски.
цвет кожи, мне кажется, только меняется. С маской, без маски. Все, пошли спать. Там не сидит, жопа спинами. У меня страшная депрессия, я очень сильно болит, не могу ничего делать. И таблетки не помогают, говорю врачам, что мне делать. Мне тоже бывает, голова болит. Но я пью таблетки кетонал, и нормально, голова проходит. Надо даже из-за головной боли выступить надо. Задеева будет скучно, но видно, что проект ему надоел. Да, так есть. Я здесь, блядь, с ума сходу. Красотка, спасибо. Я за меня обычная, спасибо. Гата мне ценит, это бывшая жена Пулишина. А, я поняла, да. Прикольно, мне нравится она, как актриса. Да, я просто фамилию забыла. Они сегодня налобно обсуждали. Никиту с Аленой и Барзикова. Так, он близнец, поэтому две личности. У меня бывший муж близнец, точно один, и внешний, и по характеру. Утром один, и вечером другой. Вот я и говорю, две личности. 100%. Ух, чешется внутри. Что делать? Вот какое-то сходство у вас есть по внешности. Да, возможно. Это было прекрасное время. Я хочу к вам. Ой. Потрясающе выглядишь. Спасибо. Альбина, как относишься к паре Ромашов и Бурина? Общаетесь? Вот единственная пара, кого я считаю искренними и настоящими, и реально прикольными, это Ромашов с Бигриной. Да, общаемся нормально. Хэппинес, привет! Привет, привет! Поддержка моя. Что за красота на экране? Спасибо. Привет, как дела с Адеем? Он, как всегда, унижает, оскорбляет меня. Альбина, видно, что без Сатани не нужна. Ну, у них семья. У них правились. Сейчас у них гораздо лучше, кстати, отношения, чем были. С Лешей? Нет, я уже 2 недели без Леши. Монти опять за столом. Присмотрись к Ване. Он прикольный парень. Ваня, друг Леши. Они сейчас... Я проявила симпатию к Ване, чтобы вы понимали. Я сейчас... Вдвоем начали издеваться надо мной. Такие мужчины здесь на проекте. Лишь бы поунижать девушку. Даже если она просто проявила симпатию. Поэтому здесь даже не хочется проявлять симпатию, честно говоря. Потому что мужчины ничего не делают. Женщины должны что-то делать, и при этом их унижают. С Дома 2 ты самая офигенная. Спасибо большое. Может, за что оскорблять тебя? Ну, просто так ему нравится. Он говорит, что я знаю, что тебе нравится такое отношение, поэтому оскорбляет меня, типа, как будто мне это нравится. Какой Ваня? Барзиков. Дезир тебе нравится? Симпатичный. Просто я уже, понимаете, для отношений... Не хочу кого-то рассматривать. Не то чтобы не хочу даже, а... Ну, такое страх, что вся эта игра, что все это ради проекта. И никому серьезные отношения не нужны. А я-то изначально пришла сюда для серьезных отношений. Ты классная, спасибо. Бальзиков не для тебя. Очень добрый, поэтому ты мне очень нравишься. Спасибо большое.
Да, но на том, что я добрая, очень часто ездят сверху, верхом. Привет, Сыныскава, Нефтекамск, привет. Маня ждет Ефременкова, нет. Бальзиков на проект пришел, да. Танцы под фонарем. Привет из Италии. О, привет, Италия. Мечтаю там побывать. Что еще? И Мадезир пришел, да. Бардиков не вариант. Возможно. Он говорит, что он изменился, конечно, но не очень-то верится. Альбин, ты уже сколько находишься на проекте? С Нового года я. Я в Новый год пришла, с 31 декабря. Привет из Нефтекамска, привет, Нефтекамск. Я здесь замужем. Ваня Крис пришел. Ваня Крис пришел, да, Ваня Крис пришел. Базик у бабы, он не серьезный. Базик у руки распускает, бил девушек, язык у него плохой. Басрет любого. Ну, знаете, по сравнению с Лешей Адеевым, Барзиков еще ангел. Леша – это хуже всех, мне кажется, здесь. Потому что обострит любого, поднимет руку и так далее. Альбина, ты смотрела проект, когда Леша первый раз там был? Нет, не смотрела. Мне по отношению больше итальянцы нравятся. А я не знакома с ними. Я только с турками знакома. По отношению с русскими мне турки тоже больше нравятся. Они больше уважают и больше любят девушек. Лашка, спасибо. С Мадезером не связывайся, а Бальзик получит. Мы давно общаемся. То он прикалывается, но он написал, что ему Кристина нравится. Там лучше других, у тебя внешность и характер. Супер, спасибо большое. Просто за мой характер здесь говорят то, что я не отвечаю на их негативные высказывания, когда они меня оскорбляют. Типа я не оскорбляю в ответ, не психую, из-за этого якобы у меня нет характера. Значит, наоборот, характер в том, что я могу не воспринимать этот негатив на себя и не ответить. Я считаю, что в этом мудрость. Когда Лёша был первый раз на проекте, он так себя не вел. Я не знаю. А девушка уже на пенсию пора, он еще сидит на проекте Блаженский 2. Она покажет Полякова, а кто это такой. Я хочу, чтобы ты для Лёши менялась. Я не буду меняться. Я в том возрасте уже там меняться. Когда покажет Ласкова Барзикова. Ой, не надо, смотрите. Меня в плохом свете всегда выставляет. Ты с Лешей меня? Привет. Кем ты сейчас отношения? К сожалению, я одна, думаю, очень никак. Шо вы, зайки, соскучились по мне? Да, я тоже по вам соскучилась. У Альбинки, кстати, самые лучшие подписчики, да, самые добрые, искренние. Вот такие люди нам и нужны. Да. Спасибо большое. Ой, что-то Адриана любит моих подписчиков. Поэтому не плохого слова про Адриану нельзя говорить. Ой, сердечко. Привет, так хочу с тобой подружиться, ты очень крутая. Спасибо большое. Да, супер, мудрая девочка. Характер – это когда очень спокойный человек, непоколебим. Спасибо, я тоже так считаю. Так. Покажи обстановку. Ну, обстановка такая.
это, почему Дина больше не показывает в эфире ухода не было? Потому что она ушла, так сказать, спонтанно. Где сейчас Леша, не знаю, в комнате, наверное, себе. Избрала и выдохла. Привет из Италии. Ого, Италия, привет. Это одни и те же подписчики, походу. Привет из Италии, мне пишут тоже. Да, конечно, готовы. Скоро все увидите. Что ты говоришь, подписчики? Я говорю, мне тоже пишут привет из Италии. Я говорю, одни и те же подписчики, походу. У нас один народ. Народ, который находится с нами, это самый добрый, самый крутой. Привет из Эстонии, Альбинчик. Привет, Эстония. Спасибо за поддержку вашу. Так приятно, что в разных странах находитесь, наблюдаете, поддерживаете. Ой, вообще. Что такое? Ну, вы меня все засмущали. Что за маска? Сейчас скажу, как называется. А здесь есть название? Aesthetic baby. Aesthetic baby. Aesthetic только вместе. Aesthetic baby называется. Зачем пацаны подлизывают Безусу? Это стрёмно выглядит. Только Илья подлизывает, больше никто не подлизывает Безусу. Сколько тебе лет? 29. Я не про... Ну, ладно. Нет, куколка, я только у тебя в эфире. Спасибо большое. Это из Италии, я так понимаю. Я больше хотела, наверное, участвовать. Привет из Северной Осетии. О, крутяк, Северная Осетия, привет. У меня там, кстати, никого нету. Я там никогда не была. Потому что когда в паре, конечно, ты все показываешь. В Италии у меня подруги летали туда, в Италию рассказывали. Я бы очень мечтала побывать туда. Но я мечтаю туда слетать еще. Вообще по разным странам. Побывать везде очень хочется. Просто пиздейшим-то, чтобы тебе показывать, я переключаю. А что, еще решил уходить? Спасибо. С вас уходить или еще не решил? Не знаю, скучно у вас, девочки. Все бывает, обстановка по кайфу. Обстановка по кайфу. Мы с тобою танцуем. В этом клубе диджей ставит музыку только для нас. Скажи, пожалуйста, привет, Милана. Сколько там красиво? Привет, Миланочка. Хорошего тебе вечера. А, уже ночь. Ладно. Необычно красивый голос у вас. Спасибо большое. Привет, Соска, привет. Привет из Бостона. О, Бостон, привет, привет. Приезжаю в гости, вам тут очень понравится. Я люблю, кстати, полетать по разным странам. Привет из Украины. О, Украина, у меня очень много подруг оттуда. Вообще, смотри, ваш эфир, вы крутые, привет, спасибо большое. Он думает, что его оставят благодаря ему. Ты с кем сейчас? Я одна. Привет, Альбиш, ты прекрасна. Спасибо большое. А ты сама откуда? Я из Башкирии, город Нефтекамск. Ну, народ очень гостеприимный. Салам, алейкум, салам. Альбиночка, какой Артем и Крис? Ругаются, мирятся, как обычно. Ничего нового. Господи, какая же ты красивая. Спасибо. Что не надо мной? Гамарджоба. Малышка, ты затмила эту занозу задницы Захарова. Мне кажется, она видит в тебе суперконкурентку. Пиши. Нет, Эльмира. Тебе нравится на проекте? Сколько там планируешь быть? Не знаю, здесь очень тяжело. Очень тяжело, честное слово. В любой момент хочется... Потому что нет поддержки. Нет поддержки мужской даже. Такая, ты проявляешь такая, симпатию, а мужчины просто охуели. Что тут стыдного, когда... Я на многих подписана по характеру, конечно, с тебя и Настя будет. Мне тоже Настя очень нравится. Просто мы самые простые, спокойные такие, навеселее. Приятно. С кем Борисик строит отношения? Он к Кристине пришел, он строит отношения. Как думаешь, Мондезир готов к нам отношения? Мондезир, я думаю, да, готов к нам отношения. Просто дает мне эмоцию, которая мне это нравится. Альбина, ты классная, спасибо большое. Мне хочется его в каких-то моментах подбивать чуть-чуть. Блин, Альбин, потом не сможешь скинуть скрин маски. Я еще напомню тебе. На шкирке самое охуенное, не планируешь домой идти? Были мысли мне, потому что очень тяжело, я говорю, без поддержки здесь.
Алёша начинает оскорблять, его поддерживают в этих оскорблениях, и ни от кого поддержки нету. А я не привыкла ругаться, что-то ей... Потом мне говорят, что я ничего не отвечаю на эти оскорбления, типа не затыкаю рты, а я просто не тот человек, чтобы в истериках биться. С кем Мандазир мутит? Ни с кем. Кто нравится Мандазиру, кого выделяет? Со всеми общается. А Кристина нравится Барзикова? Говорит, что нет, но не знаю. Про маску еще раз говорю. Называется AESTHETIK, ну, си, бэйби. AESTHETIK, бэйби. Да, Адриана Бомбинка. А это моя сестра, она уехала, да. Скоро вернется. Садеем точку, да, уже 2 недели назад. Спасибо. Я к тебе приеду, приезжайте. Какой Кристинин пришел? У нас на проекте только одна Кристина Бухенбалта. Согласна с этим. Но иной раз хочется яркости какой-то для разнообразия. Адриан, нашла парня? Нет, не нашла, к сожалению. Я, кстати, думаю, может быть, а попозже я сделаю себе арт-тач. То есть корни будут темные, а отсюда будет уже светло, как у меня было. А тебе Ваня не нравится? Я ему проявила симпатию, сказала, что он мне симпатичен, но он тоже играет, и они друзья с Лешей. Они сейчас вдвоем начали издеваться надо мной. Здравствуйте, Камска, привет, привет. А там мужчин у вас вообще нет, как возможно? Такие красивые девчонки в женской, а я в шоках. Вот и мы в шоках. И причем такие красивые девчонки, а пацаны такие себя возомнили, что девчонки должны за ними ухаживать, что-то делать. А мы все с девчонками обсуждаем, что у нас за проектом, блядь, такие мужики, которые за нами бегают, и при бабках, и все такое. А здесь, блядь, такие вот мальчишки себя возомнили, еще ждут, пока мы за ними бегать будем. Их поддерживают. Самое плохое, что здесь их поддерживают в этом. Без игрок еще тот, да, жалко Таня. Единственная девушка, которая успевает всем отвечать. Расторжение с идеей. Ты не расстраивайся, это очень хорошо. У тебя все будет хорошо, ты очень умная. Спасибо большое. Что-то горло чешет. Андрей же был алкаш, что с работы пришел пьяный, на полу лежал. Я не знаю. Вы с Ваней будете крутой парой. Ну, фиг знает. Карцева скучает. Блин, я сама по своей квартире скучаю на карте вообще. Такое место, где я могу просто полностью расслабиться от мыслей, от всего, просто не думая ни о чем, кайфовать в своей атмосфере. Вот дом есть дом все-таки. Вот свой дом есть свой дом. А сколько вы спать ложитесь? Ну, когда как? Когда в час, когда в два, когда в три? Как получится? Лучше. Спасибо большое. У вас там корона, никто не болел? Нет. Альбина, шли всех нахрен. Ты прекрасна, спасибо. Чего не спишь поздно? Ложитесь. А время 12:30 только, еще не так поздно. Кто мы? Недалекие, ты сказал? Недалекие. Ходят слухи, что нашли айфон после Мила. Цвет волос. А я его сама нашла, так что не надо врать. А я бы хотела волосы покрасить там ярко. Причем я его нашла у себя дома. Мне кажется, Барзик и Монди пришли не ненадолго. Ненадолго, типа. Не знаю. Привет, Альбина, твое любимое блюдо. Такая вы приятная девушка, верю, что поздно выходите в эфир. Что нельзя нам в телефонах сидеть в течение дня. Милая, спасибо.
Альбина, больше не унижайся перед людьми. Я не унижаюсь, да, вы знаете, вот я просто общаюсь, флюрту, потому что не хватает здесь общения. Потому вот вне проекта мне хватает, потому что там много мужчин, много внимания. Поэтому это всего хватает, и ты не пытаешься вытянуть этого внимания от какого-то человека. И когда здесь нет других людей, ты пытаешься вытянуть этот флирт, это внимание, потому что нет других вариантов. Сейчас появились вот Ваня и Мандезир. Вроде с ним тоже общаюсь. Там Адеев начал ревновать. С ними типа флиртую. И сейчас начали выставлять, что из-за того, что я со всеми флиртую, то Адеев начал говорить, что я Ше, Бэ и так далее. Как всегда. Давайте сотрудничать. Пишите мне по поводу сотрудничества. Пишите в личку. Но когда дата свадьбы у Нади? Я не знаю. У тебя с Крис одинаковый вкус на мужиков, мудаков. Район Карцев очень процветает, остановки, дороги, все, что хочешь. Да, я знаю. Слава богу, а то 6 лет, блядь, почти жила. О! Каринка, Каринка пришла в эфир. Приветики. Как дела? Все хорошо. Понедельник был приход, да. Пицца делаю любимое блюдо Альбины. Я на самом деле люблю любую еду. Я ем все, поэтому... Пицца не самая, а одна из любимых блюд. Как твое настроение? Сегодня не очень. Ты мне показывали вас, я за вами со всех сторон слежу. Где тебе показывали нас? Что ты там видела? Альбинуська. Да, привет, Леша Мальцев с Асбеста. С Асбеста, Леша Мальцев, тебе привет, салют из Дома 2. Сегодня был эфир, как ты рыдала, и тебя Даниэль успокаивал, так жалко тебя было. О. Это пипец, это в тот день я выпила, и у меня был выходной, потом я уехала оттуда на выходной. Потом у меня сутки не было. Насчет симпатии просто так. Какой у вас телефон? iPhone 12. Похоже, да. Ты где вообще, что там? Мы на кухне сидим. А где в эфире говорил пацана, что ты в Турции, послал на шестом. Что ему пишет всякую хуйню про тебя. Ну, он же унижает, он же любит унижать, оскорблять. А он все нормально, походу. Мне кажется, он подойдет медирование. Кто он может так говорить, если ты ему нравишься? Быть, да. Как он может так говорить, если ты ему нравишься? Он даже женщине, которую он любил, он так оскорблял, унижал. Это он со всеми так. Говорит, из Туркменистана, привет, Туркменистан. Была на Камчатке? Нет, не была. Альбина, ты из какого города? Я из Башкирии, город Нефтекамск. Я уже очень много раз ответила. Сценарий есть на Дом 2? Нет, нету. Проекта, у Адри тоже прямой эфир, да. Мандезир вас показывал в своем эфире, я его попросила. Услышала твой голос, решила посмотреть, с кем вы. Передай привет Диане Сакаевой. Диана Сакаева, тебе огромный привет из Дома 2. Альбин, пожалуйста, передай привет Егору Забанных. Егор Забанных, тебе огромный привет. Так. За границей была? Да, была. В основном так, жила с 18 лет. Ира, раскрой тайны нашей Ира. Не успеваю и я тут, думаю, и у Адри. Я думаю, пора у тебя и у меня сидят. Адриану слышно. Ты можешь в эфире по телевизору? Передать привет мне, Гудермес. По телевизору нет, не могу. Что-то я не могу. Не прощай, Адеева задолбал уже. Нет, не прощай, я просто с ним общаюсь. Вот. Чем больше девушки, я думаю, по-женски меня поймут, когда вот девушка хочет пофлиртовать, пообщаться с мужчиной. Я считаю, что в этом ничего плохого нет. Если он симпатичен, но даже если я не хочу с ним строить отношения из-за того, что он... Всем пока. У меня прямой эфир, короче, завис, походу.
Так, чё? Все, отключаюсь. Короче. Ого, вы все вышли, там. Здравствуйте. Что, пора раскрыть тайну. Что, подожди, я возьму повербанк, потому что... Спасибо всем за поддержку большую. У меня сегодня очень плохое настроение. Я сегодня немножко плакала. Были мысли уйти. Не знаю, как будет дальше. Мне очень нужна ваша поддержка. Спасибо большое.